Арктический антициклон распространился почти по всей территории Казахстана. Предстоящие трое суток мороз придет в центральные, юго-восточные и южные районы Казахстана. Так, в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-Казахстанской областях ожидается понижение температуры местами до 35 градусов. Это холоднее климатической нормы на 10-18 градусов. В свою очередь, жители северных и восточных регионов страны уже ощутили почти арктический холод. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение. Температура в этих регионах достигает минус 40-45 градусов. Здесь отменены занятия в школах по 11 класс и колледжах по 2 курс. Движение для всех видов автотранспорта по-прежнему остается закрытым в 5 регионах, а также на 2 трассах международного значения. Это Омск-Майкопчгай и Алматы-Екатеринбург.